Отъехали километров 20 от аэропорта. Город Малия. Сделали первую остановку немножко отдохнуть. приехали в местечко Вай, как написано в интернете. Здесь находится самый большой в Европе дико растущий пальмовый лес. Ну, мы не верим, приехали проверить. С пляжа Вай мы поехали на пляж Итанос. Вот он рядышком. Вчера вечером мы приехали в город Петра, и сегодня утром решили его обойти, посмотреть и показать вам, что тут есть интересного. Это контролирует, чтобы дерьмо собачье не выбрасывали. третинна. 2016 года. Это дата, запоминающаяся в нашей семье. В честь этой даты Алла решила обворовать бедную греческую семью и забрать у них один лимон. высота более километра. Мы говорим городу Ханья до свидания, до новых встреч. Мы находимся на знаменитом озере, единственном пресном озере на острове Крит, Курнас. Это большой резервуар пресной воды для жителей острова. One more.